Нет. Но если ты хочешь жить, что будешь делать? Я не знаю. Кусайся. Кусаться? Разве мы не животные? Согласен? У меня нет контрдоводов, Ли. Кусаться? Я правильно понял? Это весьма эффективно в близкой позиции. Но этот прием заранее нельзя планировать. Можно потерять зубы. Сколько же надо запомнить? Если будешь запоминать, проиграешь. Освободи свой мозг. Стань бестелесным, бесформенным, как вода. Представь, что наливаешь воду в чашку. Она стала чашкой. Нальешь ее в чайник, она станет чайником. Вода может течь, может стелиться, может капать или разбиваться. Будь водой, мой друг. Да. А может, я просто возьму и скажу ему все это. Вдруг он утонет. И когда же? Завтра. Ты не готов. Я знаю. Как и все, ты хочешь научиться выигрывать, но не признаешь возможности проигрыша. Принимать поражение, научиться умирать, значит освободиться от смерти. Следовательно, завтра ты должен освободить свой честолюбивый ум и научиться искусству умирать.